До 8 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Даниловского района, подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений 44-летнему односельчанину. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в медицинское учреждение. В результате проведения оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. В содеянном он сознался, пояснив, что избил потерпевшего в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. Полицейские продолжают выявлять факты незаконных операций с наркотиками. В Николаевском районе по подозрению в хранении растительного наркотика марихуаны полицейские задержали 42-летнего местного жителя. В ходе проведения обысков принадлежащей ему хозяйственной постройки оперативники обнаружили и изъяли более полукилограмма марихуаны. Содеянным подозреваемый сознался, пояснив, что хранил растительный наркотик с целью личного употребления. Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы. Очередной факт дистанционного мошенничества под предлогом перевода денежных средств на безопасный счет зарегистрирован сотрудниками полиции в Николаевском районе. В полицию обратился 47-летний местный житель, который после звонка лжебанкира, сообщившего о попытке незаконного списания денежных средств, перечислил на счет афериста свыше 1 миллиона рублей. Полиция предупреждает, будьте бдительны при общении с незнакомцами. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, обращайтесь непосредственно в отделение банка.